Роман Мирошниченко – человек пунктуальный. На интервью приехал на час раньше. Его встречает заместитель руководителя представительства администрации области в Москве Сергей Башков. Приветствую. Вместо гитары в руках черный портфель. В нем новый альбом и новая визитка. Советник по культуре в 33-м регионе. Один из самых титулованных музыкантов России. Роман Мирошниченко впервые переступил порог представительства. Вот у нас в представительстве здесь представлены города. Галерея. Да, галерея городов Владимирской области. Для жителей областной столицы Роман готовит большой музыкальный проект. 27 мая во Владимире выступят участники первого международного гитарного концерта. Чем фестиваль порадует владимирцев? Вот мы из нескольких площадок выбрали филармонию, и само ощущение на сцене приятное. С московскими коллегами Роман обсудил подготовку к концерту. Он станет частью большого фестиваля «Мир гитары». Проект входит в топ-200 самых популярных культурных событий России. Древний город с белокаменными храмами впечатлил музыканта. Теперь он в ожидании, как его творческий эксперимент примут зрители и глава региона Александр Авдеев. Нам повезло, что Александр Авдеев, он любит музыку. Для себя сделал вывод, что этот человек, который моментально находит путь решения вопроса. То есть озвучиваешь достаточно сложный вопрос. И вот что, где, когда там знатоки они одну минуту думают, обсуждают. А здесь я встречаю человека, который сию секунду говорит, так, надо там то-то-то сделать. Во Владимир приедут артисты из Аргентины, Кубы и России. Вместе с ведущими музыкантами мира выступит камерный струнный оркестр областной филармонии. Худрук коллектива Александр Сонин открыл секрет. Советник по культуре тоже выйдет на сцену. Его уровень мастерства феноменален, говорит дирижер. Потому что он владеет разными стилями. И вот это, конечно, не то, что заинтересовывает, а это как-то даже шокирует особенно публику, потому что и подача очень такая мощная, и у него инструменты интересные. У Романа больше десятка разных гитар, и каждый он виртуозно владеет. Его техника покорила даже Стива Вай, трехкратного лауреата премии Грэмми. Идею гитарного проекта поддержали и рок-музыканты из группы «Рекорд Оркестр». Они тоже выступят в филармонии. Если ты, допустим, организуешь пекарню, ты должен быть пекарем. Если ты командуешь армией, ты должен быть военным. Ну и так далее. Если ты занимаешься фестивалем «Мир гитары», то ты должен быть гитаристом, как минимум, и понимать, как сказать, чаяния и беды и радости гитарного народа. И в этом нет равных Роману. Его талант высоко оценил и глава региона. Ставку на нового советника Александр Авдеев делает в качестве эксперта мировой музыкальной культуры. Взаимодействует с большим количеством музыкантов. Очень хорошо сыгрывается с нашими, допустим, музыкантами, струнным оркестром. Уже было несколько концертов. Надеюсь, что сотрудничество Романа Мирошниченко с нашими музыкантами, творческими коллективами продолжится. И это будет, мне кажется, вклад в развитие владимирской культуры. Роман, в свою очередь, считает, у Владимирской области большие шансы стать одним из лучших культурных регионов страны. Основа богатейшая – история, традиция, а главное – люди, которые всегда открыты к творческим экспериментам. А они будут самыми амбициозными, заверил Мирошниченко. Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов.